Россия использует оккупированные территории Украины как полигон для испытания новейших видов вооружения и тактических приемов. А в Крыму создается мощный военный потенциал с наступательными средствами. Об этом заявил секретарь Совета нас безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он отметил обострение конфликта на Донбассе и заявил, что Украина, несмотря на рост количества контрактников, пока не может отказаться от призыва. По мнению Турчинова, в России есть два сценария для покорения Украины или полномасштабная война, либо же так называемый гибридный сценарий, наиболее вероятный, а именно проведение боевых действий малой интенсивности на Донбассе. В случае обострения ситуации секретарь СНБО допускает объявление о мобилизации.